21 января в Государственной Третьяковской галерее прошел пресс-показ персональной выставки азербайджанского и российского художника, вице-президента Российской академии художеств Таира Салахова под названием «Таир Салахов. Солнце в зените». На вечере приняли участие выдающиеся деятели политики, культуры и искусства России и Азербайджана. На выставке представлено 84 работы художника, взятые из коллекции 8 музеев России и Азербайджана, Института русского реалистического искусства, Международной конфедерации союзов художников и частных собраний. Вновь открыть то, что было закрыто – искусство 60-х, 70-х и 80-х годов. Именно такой, по словам генерального директора Третьяковской галереи Зильфиры Трегуловой, была цель данного проекта. Трегулова подчеркнула, что выставка охватывает огромный хронологический диапазон творчества Салахова – 50 лет работы с конца 50-х годов до конца нулевых. Куратор выставки Ольга Полянская сообщила, что выставка большая, и часть работ, представленных на ней, входит в коллекцию Третьяковской галереи, которая владеет 34 произведениями Салахова. Таир Салахов отметил, что для него наступил радостный, волнительный день. День, когда в храме русского, советского искусства, искусства сегодняшнего дня, открывается его персональная выставка. Также в этот вечер в конференц-зале инженерного корпуса Третьяковской галереи с участием высоких гостей и Бомонда состоялась официальная церемония открытия выставки. Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской республики в Российской Федерации Полат Бельбюляглы, обращаясь к присутствующим, отметил, что ему как послу Азербайджана в России, как творческому человеку и просто как азербайджанцу очень почетно и горделиво стоять на сцене Третьяковской галереи и чествовать выдающегося, великого азербайджанского художника Таира Салахова. Отметим, что выставка продлится до 20 марта по адресу Лаврушинский переулок, дом 12.